В центре Омска погибла женщина, а Мичку на тротуаре сбила иномарка. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора очевидца. На кадрах видна голубая Suzuki Splash. Водитель малолитражки стала поворачивать к краеведческому музею. Попутно она сталкивается с Тойотой. Из-за удара внедорожник переворачивается и вылетает на тротуар, где избивает пожилую Мичку. Как стало известно позже, женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Также в больницу доставлен водитель внедорожника. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства аварии, а на месте ДТП решено установить светофор.